Вчера Мавлидин не пришел, а я Мавлидину сказал: Мавлидин, ты должен в зале быть. Если даже он не готовится, разницы нету. Все должны быть в зале, в том числе и я, тренер, устал, не устал, ночью делаю, не делаю. Вот эти вещи отделяться от команды оставьте. Он в зале должен быть. Он как минимум здесь сегодня должен быть 3-4 схватки провести. Как минимум отработку он должен был сделать. Как минимум нагрузкой должен был поработать. Пошел домой, отдохнул. Мы тоже знаем, что такое бои. Мы тоже знаем 6 дней до боя, что это такое. Ты не думаешь, что мы здесь никогда в жизни не дрались? Ты понял? Вечером пошел, лапы сделал, побегал, попарился, растянулся. Все понимаю. Сами себе график не придумывают. Вот я вам говорю, надо 4 схватки бороться, надо 4 бороться. Мне не надо говорить, у меня же так, у меня же сяк. Я знаю, что вам нужно. Я знаю, что Аре нужно. Я знаю, что Имашке нужно. У них не одна нагрузка. У него 5 дней до боя. У него нету боя. Ночью, если ислам должен отдыхать, это не значит, что 22 человека должны отдыхать. Это ислам должен отдыхать. Или араб должен. Или Ринат должен. Или они должны там побегать 20 минут. А кому-то нужно 40 бегать. Такому, как Имашке, там, я не знаю, Биджику. Кадику нужно 40 и 50 бегать. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не нужно от команды отдаляться и придумывать сами себе планы, не посоветовавшись со старшим. Потому что ты сюда пришел, точнее, вы сюда пришли, присоединились к команде. Здесь нету такого, мы вот так подумали. Точнее, вы. Надеюсь, вы поняли.